В магазине Гербест в подарок были получены наручные часы. Вот. Ну, они такие... Ремешок не очень, но как подарок кому-нибудь подойдут. Вот, собственно, батарейка с номером 377. Чтобы они заработали, нужно убрать вот здесь пластиковую штучку. Крышка открывается с помощью ножика. Ну, легко разобрать в домашних условиях. Ну и закрывается также. Часы очень легкие. Вот. В этом, возможно, их преимущество. Вот, собственно, часы заработали. Достаточно их подвести на нужное время и запустить. Ну, собственно, на руке будет смотреться вот так.